всем пациентам надо обращаться к аллергологу. У нас в городе достаточное количество аллергологов, и уровень аллергологии в стране сегодня соответствует европейскому. Лечение делится на два этапа. Это главное предсезонное лечение. Именно специфическая иммунотерапия – это единственный вид лечения, позволяющий воздействовать на механизм заболевания. В этом году никакого финансирования по программе, власне кажучи, немає. И мы пройдемо знову этап створення карантинної мапи. Будемо проходити етап розробки методу, і тоді вже, коли ми будемо знати обсяги робіт і метод, вартість цього методу, ну, відповідно, будемо вносити до програми вже якісь цифри.